На самом деле я удивлена, сколько уже 2 года практически проходит, а есть пара человек, которые действительно пишут мне после каждой игры, желают удачи. Кто-то говорит, а мы смотрим твои игры, болеем чисто за тебя. Вот сейчас даже перед этой игрой некоторые болельщики, понятное дело, что они болеют за свой родной клуб, но они все-таки мне пишут, мы болеем за тебя, удачи тебе. И очень много сообщений получаю, приезжай в Ростов, верните Леру домой. Я говорю, всему свое время. А когда я прихожу в тот зал, в котором я, собственно, с вот такого вот. Не то чтобы ностальгия, я себя чувствую там как дома. То есть я прихожу на тренировку, я не чувствую, как будто я там не играю. Я пришла такая, ой, девочки, доброе утро. Как бы все как обычно. Я чувствую очень теплое отношение к этой команде. Это моя семья. Какие бы игроки приходили, бы менялись, все равно. У меня до сих пор экипировка дома, я ее даже взяла сюда. Я надеваю дома, и я чувствую в ней себя, ну, своей. Вот. И поэтому ощущения насчет команды теплые, а насчет матча обычные. То есть я в каждом матче стараюсь играть по-лучшему, показывать себя и не ставлю себя под какое-то давление, что вот в этом матче я должен сделать лучше. Не знаю, стала намного взрослее, осмысленнее. И когда уезжаешь в другую страну, отделяешься от семьи, от родного города, концентрируешься полностью на работе. И то есть это, естественно, помогает тебе вырасти. Может быть, в игре не столько видно, сколько ты можешь вырасти, сколько ты растешь внутри. И потом это со временем уже выявляется и на площадке. Во-первых, я когда уехала из Ростова, для меня была основной задачей найти себя, почувствовать, что я могу делать. Мне нужно было почувствовать, могу ли я играть сама, потому что в родном клубе ты получаешь очень много поддержки. То есть ты, не знаю, мне нужно было уехать и почувствовать, чего я стою на самом деле. Мне нужно было понять в себе, что мне нужно. И уехала сюда, попала в тяжелую ситуацию. В плане морального очень выросла. Вот. И понятное дело, что сейчас у меня идут задачи сборная, расти из года в год и в ближайшее время, естественно, уже бороться за финал в 4, но уже как основной игрок команды, чтобы приносить что-то, не сидеть на лавке. Вот. И не могу сказать, что у меня есть какой-то четкий план, что там в следующем году я пойду туда, буду делать то. Нет, я смотрю, что мне нужно. То есть, когда придет время менять клуб, я буду смотреть, хорошо, как я себя сейчас чувствую. Что мне нужно, что если там мне нужно больше играть, или мне нужно приехать туда, чтобы чувствовать себя лучше. Так что план особого нет, план только расти, но расти постепенно. Ну, я адаптировалась. Я бы не сказала, что очень сильно скучаю по дому, потому что дом — это там, где я. Это как бы такая психологическая. Вот. А на самом деле скучается только иногда по большому городу, потому что страна маленькая, и сама Подгорица по себе город маленький. И иногда, может быть, хочется какой-то, не знаю, суматохи, что ли, большого города, не знаю, движения. Здесь все немного спокойнее. Ну, естественно, я бы хотела вернуться, но понятное дело, что нужно вернуться в правильный момент. То есть не хочется вернуться и сделать как бы шаг назад. Хочется вернуться и уже подготовленной к этому клубу, потому что клуб высокого уровня, и нужно, чтобы быть кем-то важным и, как сказать, important в клубе, нужно дорасти. И я считаю, что мне нужно немножко времени до этого.